Вікторія Трофіменко – український режисер. У дитинстві мріяла стати художником. Закінчила режисерський факультет Національного університету імені Карпенка Карого. Має також освіту менеджера міжнародного туризму. Знімала документальні фільми, працювала на телебаченні, була одним із режисерів серіалу «В пошуках істини». 5 років працювала над своєю дебютною повнометражною картиною «Брати. Остання сповідь». У фільму були всі шанси потрапити до шорт-листа премії «Оскар-2016». Вважає, що слово «режисер» має тільки форму чоловічого роду. Вітаю всіх на 9-му каналі проєкт «Пані та панове». І сьогодні у нас в гостях нарешті пані. То все якось пани траплялися. Звати її Вікторія Трофіменко і вона режисерка. Вікторія, як приємніше, коли вас звуть режисер чи режисерка? І чи має взагалі значення оцей жіноче оце закінчення? А мені комфортніше режисер. Режисер? Да. Хоча я розумію, що насправді всі професії чомусь, ну, зазвичай чоловічого роду. Лікар, режисер. Лише там, няня, вона, наприклад. Лише, да, няня і прибиральниця жіночого роду. І це завжди мене дивує. Ну, тобто, ти розумієш, що звідки там ноги ростуть. Але мені комфортніше, коли я режисер, а не режисерка. Ну, по-російську взагалі якось так буде. Режисерша. Це, ну, неприємно. Як-то я режисер. Якось, да, не те. Все-таки, все-таки режисер. Українська. Ну, це така, ця професія, вона не передбачає якихось гендерних особливостей. Не? Особливостей, так. Да, тут немає значення, хто ти, чоловік чи жінка. Ти просто режисер. І ти маєш це прийняти за факт. На знімальному майданчику це так і є? Ти, да. Ти душа, да. Якщо комфортно... Тобто ти, да, ти, ну, собственно говоря, да, давайте російську. Комфортно російську, давайте, да, російську. Мені комфортно, да, комфортніше російську. Да, как бы, собственно говоря, полових отличий не существує, і нет ніяких поблажок, якщо ти жінка, і в цілому ти, как бы, такий некий єдиний образ, да, такий собирательний. Вот. Ну, собственно говоря, если там верить Фрейду, то мы вообще все бисексуальны, поэтому все в себе носим мужское и женское начало, и целостный человек, полноценная личность, личность, принявшая в себе мужское и женское начало, и сбалансировавшая это в себе, да, об этом говорили алхимики. Вот, поэтому, наверное, режиссер все-таки это какая-то целостная личность, какая-то уже состоявшаяся, нашедшая себя, и ты не имеешь права педалировать на свое женское начало, когда ты на площадке, потому что... Ну, потому что это нечестно, и здесь такие правила игры, ну, здесь так не работает. Это просто ты режиссер, все, забудь о том, кто ты, мужчина, женщина, вот, ты режиссер. А актрисы это не используют? Ну, я не знаю, по крайней мере, со мной никто не использует это, ни актрисы, ни актеры, ты, ну, как бы, у нас рабочие взаимоотношения, как это можно использовать, ну, нет, но если мне нужно, чтобы актриса была женщиной на площадке, то она должна быть женщиной. Я для этого выбираю женщину, да, для меня очень важно. А если важно, харизма, чтобы мужчина был женственным актер, то, наверное, он тоже будет женственным. Безусловно, все зависит от актера. Ну, мне, например, очень тяжело было найти, кстати говоря, найти женственного мужчину значительно проще, чем мужчину с мужской харизмой. Ого. И мне найти актера Войтка, пожилого, да и молодого, в принципе, с мужской харизмой выразительной, было очень тяжело. Я перерыла всю Украину. Так же, как и найти женщину, девушку или женщину с женской харизмой. Не вот такой вот бисексуальный, да, вот такой нейтральный там унисекс. Ну, мы такие все сейчас. В силу каких-то сложившихся обстоятельств. И педалировать на то, что там я женщина-мужчина, не имеет значения, потому что мы, по сути дела, унисекс. А вот найти истинно женщину или истинно мужчину крайне сложно. Очень много кокетливых мужчин, значительно более мягких и женственных, чем женщин. И много жестких женщин. И очень, очень уверенных, жестких в себе женщин. Да, ко мне приходили, ну, как бы вот актеры, мне нужен был Войтка, мне нужен был харизматичный мужчина. И ко мне приходили мужчины, я понимала, что я, ну, больше мужчина, чем они. Мы говорим с вами о вашем первом пока фильме. Полностью, как он называется? Почему вы оставили такое название? Да мы не оставили, мы его доразвили, он был «Братьями». Сначала в рабочее название было «Братья», но «Братьев» очень много. Нужно было как-то его выделить. Выделить, да, как-то сделать каким-то уникальным. И мы сделали «Братья. Последняя исповедь», потому что на самом деле тема фильма «Исповедь»
то, что обычно не проговаривается, но мы внесли это в название. Все-таки многое из детства. Вы в детстве наверняка не мечтали быть режиссером. Наверное, и не было слова такого. Но что-то же как-то подвело к этой профессии, к этой работе, к интересу к этой работе. Кем хотели быть в детстве, помните? Я впервые такой вопрос задаю, столько уже было всяких интервью. Первый вопрос. Да, конечно, я мечтала быть художником. Очень долго. Но все-таки это ближе. Я к режиссеру. Наверное. Я до последнего хотела быть художником. За неделю до окончания, до вступительных экзаменов меня вдруг переклинило, я подумала, в театральный. До этого я собиралась поступать в художественную академию. То есть вы рисовали все время? Рисовала, да. Сейчас рисуете? Рисую, ну так, да. Как психически, для восстановления, да, для какого-то самоудовлетворения время от времени. Иногда мне хочется. Ну, как Черчилль, он писал, ему это помогало. То же самое у меня, в принципе. Ну, в общем-то, кино – это в какой-то степени и живопись, может быть, просто динамичная, динамическая. Но это не в какой-то степени. Надо же искать краски, искать какие-то детали, да, наблюдать. Тоже что делает художник? Художник же в основном там ищет натуру. Слово «натура», родственное тоже, да? Ну, кино – это вообще синтетическое искусство. Оно в себя вобрало живопись, литературу. Я писала. Я писала стихи, как-то немножко прозу. Меня было так много для меня одной, что в целом как бы в живописи я бы не самореализовалась, наверное, мне было бы этого мало. Поэтому кинематограф – это такое синтетическое искусство, которое вобрало в себя все, впитало и создало как бы такой moving images, да, движущиеся картинки. А то, чем вы занимались, это как-то поощрялось родителями или как-то навязывалось, или как-то хотелось самой? Ну, мы все рисуем в детстве, да, а потом кто-то идет дальше, кто-то прекращает. Никак не поощрялась моими родителями. Мои родители хотели, как и все родители, наверное, постсоветского пространства, чтобы я стала или юристом, или экономистом. Вот, и папа мне сказал, когда я закончила школу, ну что, давай, Вика. Мы с ним очень сильно поругались, и я сказала, что я буду поступать 10 лет, куда хочу я, чем один год, куда хочет он. И на этом диалог с родителями про мое поступление закончился. Ничего себе. Этот вопрос я взяла в свои руки. У меня два образования. Вышек. Я менеджер международного туризма и режиссер. То есть вы были таким ребенком с собственным мнением? С очень сложным характером, да. И очень тяжелым подростковым периодом, переходным возрастом. Ну, я думаю, что то, что было заложено, потихонечку реализовывается сейчас, и все эти сложности. Может быть, каждый шаг – это и есть преодоление каких-то подростковых, там, не знаю, барьеров, да? Да нет никаких барьеров, наоборот, в подростковом периоде они сносятся. Нет, это реализация, наверное, каких-то заложенных. Все равно мы носители какой-то генетики, да, и, безусловно, это то, что когда нам сложно с родителям, с нами сложно, они встречаются с собой в первую очередь. Потому что, ну, ребенок из ниоткуда не берется, и это в целом симбиоз там двух родителей, да, и где-то кого-то больше, кого-то меньше, ну, как бы, здравствуй, папа, вот, поэтому, или там мама, у кого как, что больше превалирует, да, на генном уровне, поэтому, ну, это не какие-то психотравмы переходного возраста, это в целом просто как-то вот ты, у тебя такая судьба, там ты такой человек, и дальше ты идешь по своему какому-то пути, ты реализуешься, не реализуешься, там, сила характера, степень упорства или там упрямство, ну, все же складывается, потому что там результат – это там 5% желания и 5% везения и 95% реального адского труда, то, чего не видно, потому что за вот этим как бы легкой какой-то поверхностью этого айсберга, который вроде такой красивый, сияет, все такие, о, класс, как легко удалось, повезло, но никто же не понимает, что там такая адская работа была проведена, и этого всего просто не видно, и, по-моему, это у Пугачевой, да, там есть, потому что я не очень люблю попсу, тем не менее, что везение – непростое мастерство, ну, это очень непросто, поэтому… Нужно заслужить. Нужно этот результат. Не заслужить, а нужно его делать. Да, ты просто должен нужно делать. Нужно к нему прийти. Да, конечно. Ты вкладываешь в это, ты строишь это, ты часть этого, это часть тебя, это процесс. Ты безусловно, получаешь от этого процесса удовольствие. То есть ты учишься, когда-то, мне кажется, очень важно заложить в ребенка удовольствие от преодоления и от того, что у тебя это получается. Ну, вот спорт нелегко это дает. Да, спорт. Я занималась спортом. Но при этом многие родители не очень любят спорт, потому что это травматично, и спорт отнимает чаще всего возможность заниматься чем-то еще, потому что пахать нужно очень много. В режиссуре можно заниматься чем-то еще? Или наоборот, даже нужно, может быть?
это тоже своего в рода целом режиссер, спорт. Ну, как бы в каком-то смысле, да, можно сравнить, потому что я занималась художественной гимнастикой, когда была маленькая, тоже получила, получила травму и психотравму, и такой, да. Какой ужас. Да, ну, даже это было все очень жестко. Ну, конечно, что-то, наверное, было. Да, режиссура, это, и вообще кино, это отчасти чем-то похоже на командный вид спорта. Командное искусство. И это нужно понимать, что ты не одиночное, это не одиночное катание. И даже не парное. Это командный вид спорта. Ты здесь просто, ну, как бы ты главный. Ты там, ну, командир, идеолог, ты тренер там одновременно. Лидер. И лидер, да, ты все. Но без команды ты не выиграешь этот кубок, да, условно говоря, там, баскетбольный какой-то, еще что-нибудь. Поэтому это нужно, да. Ну, отчасти это похоже на спорт. Фильм ну, «Браты» спорт готов. Кубок. Это уже кубок для вас? Или все-таки «Оскар» хочется? Ну, на самом деле, как-то очень сложно «Братами» подводить уже какие-то итоги. Для меня это только начало. Собственно говоря, это шаг, да, путь в тысячи миль начинается. Нет, итоги не ваши, итоги фильма. Фильма самого. Для фильма. Для фильма, ну, прекрасно, если там будет какие-то еще Оскар, не Оскар, неважно. Ну, приятно, конечно. Но в целом итогу фильма будет, если для меня главное, вот если придут зрители, и если он получит в прокате хорошую судьбу, и вдруг неожиданно произойдет внезапно, украинский зритель пойдет на украинское кино, и мы возьмем кассы, и это, и сможем доказать, что украинское кино может быть, и людям оно надо, а не только тупое, еще тупее. Ну, вот это будет самый главный Оскар, на самом вот деле. Вот честно скажите, Вика, все-таки успех фильма определяет касса? Да. Ну как, нет, есть разное кино, есть разное кино, есть кино авторское, ну, как бы фестивальное, да, его успех определяет там награды на фестивалях, есть зрительские фильмы. Но для меня, например, ну, что такое касса? Касса – это зритель. Ну, как бы мы понимаем, что это ну, монетизация каждого зрителя, пришедшего и увидевшего твой фильм. Вот. Таким образом, ты можешь понять, сколько людей пришло, иначе ты не узнаешь об этом. Вот. Поэтому для меня, я поняла, что раньше я думала, что мне безразлично. Вообще мне все безразлично, все пофиг, я делаю для себя, я хочу, я для себя. Вот, никто мне не надо, безразлично, не смотрите. А потом пришло время, я поняла, что да нет, мне не безразлично. Я хочу, чтобы фильмы смотрели. Я хочу, чтобы зрители смотрели, да, и мне важно это. И мне приятно, когда они его считывают, когда я вижу желаемую реакцию, если я хотела, чтобы было какое-то было погружение в себя и тотальная тишина, и когда я это вижу, когда я вижу, что три зала не может подняться, и они входят в себя, и я знаю, что это самая сильная эмоция. И мне это очень важно. И я поняла, что мне важно. Но сейчас это происходит, смотрели. Сейчас вы это наблюдаете? В «Братах», да, есть. Это есть. Я же говорю, вот треть зала обычно, ну, как правило, вот из тех показов, которые я видела, да, вот те, кто остается, те вот, кто не может подняться, вот, которые просто вот сидят до финального титра. Потом уже все выходят, они все еще сидят. Это мои. Ну, у всех же разный опыт, разная эмпатия, разные средства выражения. Разные. Кто-то встает, и потому что вот настолько сильно, что невыносимо смотреть, так же тоже может быть? Не знаю, возможно, но я мне или надо, чтобы пригвоздило? Нет, мне просто эти понятны, вероятно, потому что я сама подобные чувства испытывала, и мне они, ну, это свойственно мне, и, безусловно, мы судим всегда всех по себе, и нам понятно то, что пережито было до того нами, то, что нам свойственно. В основе труппы, ну, группы, да, непрофессиональные актеры в массе своей, да, только два ключевых персонажа – это люди, которые имеют большой опыт достаточно, да? Кто два? Нет, не два, один? Один. Один. А кто второй? Один. Хорошо, один. Кто второй? Кто вызывает такое? Я читала разные ваши интервью, и вы, в принципе, везде говорите, что было сначала страшно, а потом радостно, что как раз хорошо, что люди не
отягощенные предыдущим сценическим опытом с вами работали? И что это хорошо, что какие-то мэтры не смогли, отказались или не захотели? Вот вы до сих пор так думаете? Страшно мне не было ни разу, никогда. Нет, страшно не было. Иначе бы я не делала, если бы я боялась. Нет, было... Ну, неуверенность какая-то была, наверное. Нет, с актерами вообще не было никакой неуверенности. Было просто... Ну, сначала, да, сначала я, когда написала сценарий, как-то мне же нужно было очень харизматичный Войтка, и в первую очередь ты вспоминаешь тех, кто там на поверхности, да, вот Мамонов, вот он, конечно, очень харизматичный, я его добивалась со свойственной мне настойчивостью, вот. Ну, совсем другой, нежели Демирташ, я сейчас даже... Демирташ я не рассматриваю, я сейчас говорю не про Демирташа, а Мамонов был на роль Войтка, Демирташ Станислава, да, и... И он, ну, он не отказал, он сказал, что он религиозный человек, прочел сценарий. В общем, как-то так очень его это испугало. Да и слава, и я только когда нашла уже своего Войтка, я поняла, какое счастье. Да, вот когда он мне отказал, я поняла, что все, никаких звезд у меня не будет. И я хочу, тогда у меня будут все не звезды, неизвестные актеры. Я не ожидала, что я вскрою там совсем дебютантов, я не думала. Я думала, что они просто будут какие-то неизвестные, но ну, так получилось, что все, кого я выбрала, они до того не работали в кино. И вот я, по сути дела, открыла там новых украинских звезд. Я этим очень горда, на самом деле, да, это предмет моей гордости. Это уже кубок. Не кубок, просто мне приятно. Вот, телочник кубок. Просто это, ну, это приятно, когда ты понимаешь, что ты последовал там какому-то своему чутью, и это оправдалось, и это сработало, и ты знаешь, что ты учишься верить себе вот благодаря таким вот моментам. Ну, это очень классная штука на самом деле. Вот, слышать себя, верить себе, верить интуиции. Это приходит только со временем, на самом деле. Когда у тебя каждый раз ты, ага, да, работа, да, здесь работала, здесь... Вот, и у нас... Ну, наверное, же еще мнения со стороны было много, да? Зачем ты это делаешь? Ну, мнения были, да, и отстаивала я актеров, и... у нас был только один опытный актер, это был Демирташ. Всех остальных, в принципе, незначительное количество актеров не вызывало там сомнений, например, потому что они неизвестны, и продюсерам вообще это был, для них это был колоссальный риск. Во-первых, режиссер-дебютант. Да, точно, бояться же надо было не вам, продюсерам. Режиссер-дебютант, и поверить еще, что он за собой тащит дебютантов, актеров, mm-hmm. то есть поверить режиссеру, мало того, что на самом деле, так он еще и поверит ему, и его выбору, и этим людям, это такой двойной траст, да, то есть двойное доверие нужно было иметь. И некоторых актеров мне приходилось отстаивать перед продюсерами, действительно, и я очень благодарна, что в конце концов они отдали эту нотку мне и не навязывали, не настаивали, они понимали, что, ну, в конце концов кино мое, ну, как бы режиссер я здесь, нет, не мое, кино наше, степень ответственности наша, но они поверили в режиссера, в историю, история авторская, надо, значит, надо как бы отпустить, надо довериться, и вот я им очень благодарна, потому что это колоссальный был риск, в первую очередь продюсерский. Вот, ну, ошиблась бы я, значит, ну, что же с нее взять, дебютант. Вот, а для них это финансовые потери. Вот, и поэтому они поверили, и они не ошиблись, я не ошиблась, и звезды появились. Поэтому это очень круто, что так получилось, что мне получилось Веронику открыть, и Наталку Половинку, которую хотели некоторые режиссеры, а она такая, она специфического режиссера, я как раз специфический режиссер, то есть мне нужны специфические люди, я тяготею к естественности, к настоящим людям, мне ужасно раздражает, мне притят там всякие красивые, всякие, ну, там... Такие с ботоксом, искусственная красота люди, да. Какая-то, да, навязанная там глянцем. Вот. Мне то есть ты такой юный натуралист? Ну, в какой-то степени, да. Я все говорила Аллочке, кастинг-директору, когда мы говорили о том, что тоже я говорила, что мне нужны актеры, которые должны быть как яблоко, сорванное с дерева в саду. Они должны пахнуть ветром, они должны пахнуть этими дождями, они должны быть с червоточинкой, ну, пускай это будут живые, настоящие люди. Мне не нужны безвкусные, глянцевые эти яблоки, красивые, но они не пахнут, и не безвкусные, мне это не нужно. Это очень было важно. И тем более, что гуцулы, они такие. Ты когда приезжаешь в Карпаты, когда ты видишь эти гуцулы, это невероятно, они настоящие.
Вы там строили хутор, я так поняла, да. Перестраивали. И теперь там живут люди в том, нет, что вы построили? Я думаю, что, или ну, это я все... уже там, я там не была на самом деле, не знаю. Но я так понимаю, что там все в каком-то знепоте, к сожалению. Ну, как все у нас в нашей стране, к сожалению, у нас вообще на самом деле очень большая проблема с внутренним туризмом в Украине. И это был бы, я как менеджер международного туризма по первому образованию, могу сказать, что это очень бы хорошая была рекреационная зона, как бы зона, где туристические зоны, которая была, могла бы быть привлекательной, потому что там снимали кино украинское, потому что там построили на гору лестницу, по которой можно подняться. Просто сохраните. У нас как-то муссировали эту тему в Крыму обычно, потому что там много снимали. Ну, и тоже и там в Одессе все, более-менее, и, ну, а и... все остальное как-то не... Ну, мне кажется, Крыму что... тоже музеев нету, где того, что снимали, кроме как вот мы ходим по дороге, по которой ходила, ездила на осле, там кавказская пленница, вы знаете, да? То есть это никак не обозначено. Не культивируется, это не культивируется, да, это на этом деньги не делается, а это как бы это прибыльно, это туризм, это было бы умно и правильно. Вот, к сожалению... Ой. Мне кажется, вообще украинцам надо себя полюбить себя. Себя полюбить в себе, внутри, и Украину полюбить, и свое кино, и свою музыку. И... Всем ну, нам, как-то, да. Мне кажется, мы немножко начали двигаться по этому пути. Ну, вот вы же не уехали делать кино в другую страну, например. Хотя наверняка могли. Ну, по-разному, ну, я бы уехала, если бы следовало. Я бы уехала, ну, как бы, на самом деле, я космополит, я не ура-патриот, и меня сейчас очень, тем более это сейчас современно модная тема, очень, чем дальше, тем больше меня пугает, тем больше это все скатывается в какой-то такой псевдопатриотизм. И так много вдруг стало, моя дочь говорит, все такие патриоты врут, конечно. Сколько лет? 12. Я говорю, что раньше такого они такими не были. Ну, как бы раньше вдруг стали, раньше не были патриотами. Вдруг ну, это определенная адаптация к потребностям. Да, поэтому я считаю, что нужно с ним, режиссером, как любой профессионал, он должен делать там, где он может это делать. Если мне Украина дает возможность снимать, я здесь снимаю, я здесь делаю. Можно снимать даже не только в рамках Украины, украинской. Пока ты украинский там режиссер, ты можешь снимать и там и в Голливуде, и в Индии, где угодно, сколько голливудских фильмов в Индии снималась, да? Но до тех пор, пока тебя эта страна каким-то образом поддерживает, и ты ей дорог, ты как бы украинский, ты, ну, отсюда, в принципе, пока тебя в семье, внутри семьи, в личных отношениях тобой дорожат. Пока тебя не любят, вытолкнули из гнезда, да, мамы кукушки, ну, даже да? Не мама по кукушке, а взаимоотношения, да, там муж-жена, до тех пор, пока есть любовь в семье и взаимоуважение тебя ценят, ты в ней присутствуешь, пребываешь, да, ты все счастливы в этой семье. Как только кто-то перестает на кого-то обращать внимание и игнорирует, в тот момент как бы он теряет человека, который там в этой семье был, например. Да, то же самое режиссер, то есть, ну, или там какая-то другая профессия, хирург, там, если ему не дают оперировать, если ему там вставляют палки в колеса, то он, естественно, здесь не останется, или там айтишник хороший. Вот. Он, естественно, поедет туда, где он сможет реализовать себя. Ну, а что? Здесь там протирать столы? Можно считать, что вам пока комфортно? Мне на данный момент, сейчас на данный момент вообще никому не комфортно в Украине, ни одному режиссеру, потому что непонятно, что будет дальше, и финансирование прекратили. А до того мне было очень комфортно. Да, мне комфортно, потому что Украина меня поддержала. Я ей очень благодарна за это, и Бортове запустила благодаря тому, что мне 50% выделило государство денег, 50% бюджета, и я, безусловно, благодарна, и да, я украинский режиссер, которого поддержало государство, и... Который уже получил международное признание. Ну... Ну, это тоже, между прочим, ну, в нашей стране это бонус, это важно, потому что, когда ты читаешь резюме, да, назовем это так, ты видишь, ну, наверное, раз там же все-таки не дураки сидят, да, там, оно же работает. Это самая большая глупость. На самом деле, у меня так все произошло в кино, ну, как бы в телевидении, в кино. Я пришла сюда вот таким вот каким-то сложным путем. Потому что невозможно, очень тяжело было, ну, во-первых, тогда и кино в Украине не было. Первая работа, которую я сняла, видеоработа, это была под британской компанией. Первый фильм, который я сняла, который я считаю документальный фильм часовой, он был показан в Британии, в Сохо. И вот когда ты приезжаешь сюда и говоришь, что вот тебя там, ты там был... Ты там уже был в индустрии, там даже у тебя там в трех городах, там в Ньюкасле, в Лондоне и в Кардиффе показывали их фильм, хотя ты понимаешь, что ты, в принципе, сам, ну, это какой-то, он не очень удачный, это первая твоя вообще работа какая-либо, ты еще никогда не работал с видео, тем не менее, они решили, они сказали, что это ее первая работа, да, мы покажем.
Ну, это Сохо, это самый дорогой район Лондона. Uh-huh. Вот. Для них это, и это уже теперь исторический факт. Вот. И когда я приехала в Украину, уже это мне помогло. К сожалению, у нас вот приходится вот так вот, потому что мы сами себе, вот это вот недоверие себе, uh-huh. вот в выборе актера, да, когда вот я говорю, что начинаешь верить себе больше. Это ментальное отсутствие... у нас такое, вот как вы думаете? Да, мы заглядываем все время кому-то в рот. Или что это? Это ментально. Это причем ментально не только в Украине, но и в России тоже. И у меня был знакомый, есть знакомый дизайнер в Британии, и он говорит, что когда ты приезжаешь, у него там сеть своих магазинов обувных, он говорит, что когда приезжаешь в Италию заказывать обувь, то приезжают, они очень тонкие психологи. Вот. И он говорит, что удивительно, что ты приезжаешь и смотришь, как выбирают, там приезжают, например, англичане. То есть он приезжает, он сам приезжает, он начинает знать, что ему нужно, какие у него клиенты, он знает, какая ему нужна обувь, он набирает. Приезжают русские там или украинцы, они приезжают в такую компанию. Значит, приезжает девушка-модель с ней, какой-то такой молодой человек, который очень такой женственный, который вроде как в моде разбирается. Вот. И крепкий, значит, мужчина, такой толстосум, который, значит, рассчитывается, который владелец этого бизнеса. Да. И в итоге вот все они, вся эта компания в рот заглядывает тем, кто выбирает иностранцам, и то потому, что выбирают иностранцы, они выбирают себе. Вот, это неуверенность в себе, заглядывание бесконечно в рот кому-то, потому что там они умнее, они лучше, они более модные, они круче, это комплекс неполноценности, я считаю, в первую очередь. И вот это сказывается абсолютно во всем. И у нас это тоже, ну, по крайней мере, в моей истории жизни это сработало. Очень хочется верить, что в будущем мы станем более самодостаточными, самоуверенными и перестанем ожидать, что мы перестанем бояться делать самостоятельные оценки. И верить в себе, если мы видим, что человек хороший, то не нужно, не всяк тот прав, кто виноват, по-моему, это у Пушкина, да, или какого, не помню, не буду лгать. Вот, поэтому, ну, нужно уметь признать, что это хорошо, и не побояться это сказать, и отстоять это не стыдно, что это нравится, значит, это может действительно потом понравиться очень многим. И, вероятно, ты прав, вот верить в себе, это очень важно, мне кажется, и этому нам всем нужно научиться. Это уверенность в себе, любовь к себе. И тогда все будет несколько иначе. А сейчас у нас до сих пор работает вот этот путь, да, оттуда. Вот, ага, там признали, значит, там же не дураки. В своем отечестве не, да, нами вот, с вами значит, сказано, оно все работает. Как-то мы так заложили эту фразу, повторяем ее часто, но все равно работает. Очень хочется, чтобы у этого фильма была судьба. Ну, скажем, не будем говорить легкая, но чтобы была судьба интересная, яркая, нужная, чтобы к нему возвращались, чтобы его цитировали. А почему вы все-таки перенесли эту жизнь на нашу почву, чтобы понятнее было, или все, или это изнутри откуда-то шло желание сделать украинское кино вот, во всех отношениях? Я тогда была студенткой театрального института. Это так, для понимания ситуации. То есть сейчас бы все было иначе? Нет, история не терпит сослагательных наклонений, угу. Да, поэтому неважно уже, как бы сейчас ничего не... Ну, фильм сложился, не и слава, и я изменишь, довольна, да. Тогда я была студенткой театрального института, я прочла книгу, я понимала, что мне нужно... Я хочу снять кино по этой книге. Снять его в Швеции, я, ну, как бы это сразу было априори понятно, что я его не могу, у меня нет на это возможности. Только в Украине все снималось там у студентов театрального института на коленке. Ну, какие-то деньги. Ну, безусловно, мне нужен некий бюджет, но как бы я понимаю, что я могу снимать его только в Украине. Где в Украине его могу снимать? Мне нужен горный ландшафт. Значит, у нас есть Крым и Карпаты. В Карпатах я до того еще не была ни разу. Я решила, в Крыму, я к Крыму съездила, я понимала, я очень люблю крымских татар, они очень симпатичны. Вот, и я понимала, что крымские татары не подходят в эту историю совершенно, то есть это будет совершенно другая история, история нордическая, история очень такая закрытая, очень законсервированная, и это Карпаты. И я решила, что это будет в Карпатах, и, значит, в Карпатах кто там? Гуцулы, значит, гуцулы, гуцульский диалект. И тогда только я поехала в Карпаты искать локацию, понимать, что я себе придумала, вообще, где мы будем. Вот, и когда я начала искать деньги, я подумала, что это ж, ну, как бы, как дипломная работа студенческая. Я сначала решила, что там, наверное, ну, как бы там, ну, условно говоря, 20 тысяч, да, на тот момент. Вот, долларов. А потом я понимала, что да, мне все равно, что я буду искать 20 тысяч, что я буду искать 2 миллиона, разница невелика, потому что усилия ровно те же, но так уже делать нормально, а не так как-то в полруки, а я не любитель полумер, ну, как бы, и, ну, я к этому не склонна.
Вот, ну, поэтому... делать так уж, делать по-настоящему. Конечно, да, то есть уже все. Или делать, или не делать. Или в омут с головой, или вовсе туда не лезть даже. Вот, поэтому в целом вот так вот как бы и получилось, что я поняла, что надо делать нормальное кино, и вот пошла вся эта история, начала таким вот образом развиваться. И Карпаты, как бы они сами собой там родились, и все само собой как-то. Я закрыла книгу, я точно знала, что я буду снимать. Нет, точно уже понимала, где, в принципе, все было. Ну, как-то так оно единочасно все пришло. Понимание, знание, мы нашли друг друга, и все. Вот, книга есть следующая? Чем я сейчас работаю сейчас? Да, я сейчас, вот уже написан первый драфт. Я работаю сейчас совместно с Романом Горбиком, такой драматург есть. Книга называется «Дневник сатаны», Леонид Андреев. Не знаю, читали вы когда-то, нет? Читали, конечно. Вот. Я ее адаптирую. Написано ничего было 100 лет себе, назад. Скажу я вам. Да. Ну, первый человек, который я читала, с которым я говорю, когда они читали Тургни Лингрена... Я литературовед, просто по образованию, да. Ну, просто когда они читали Тургни Лингрена, я еще понимала. Случайно, можно сказать, случайно прочитали. Потому что все, ну, когда они читали Андреева... А вас тянет, да, к мистике каким-то? Это мистический реализм будет, да, я его адаптирую. Ну, да, но тут как мы, кстати, будет называться, рабочее название «Дауншифтинг». Роман Горбик, он живет в Швеции сейчас, кстати, тоже удивительно, в Стокгольме. Как-то Швеция какие меня... Какие совпадения? Невероятно, Швеция, мистика. Да, не, ну Швеция просто, она была, мы с ним встретились на дне, была неделя современной драматургии, и мне, как режиссеру, предложили сделать читку современных пьес. И мне нужно было выбрать драматурга, и там вот мне список пьес выдали. Я выбрала себе одну, центр. Значит, говорю, вот дайте контакт, поговорю с драматургом, пишу ему. Он говорит, мы не можем созваниваться. Дело в том, что я в Стокгольме, а я как раз Бортов уже смонтировала. То есть у меня в Швеции очень такая душетрепещущая тема. Говорю, ну надо же. Вот так вот как-то очень хорошо сложилась читка у нас, и мы как-то сработались. И вот в последующем, когда я уже, в принципе, к нему обратилась, потому что Леонид Андреев, он же умер, не дописав это произведение. Оно не закончено, оно драматургически немножко... Ну, оно провисает, характер недоработанный. Но мне очень нравится... фабула. Канва. И безусловно, это уже в большей степени по мотивам. Мы ее адаптировали, она начинается сейчас у нас в Великобритании, и вся история развивается в Индии. Вот. Она будет очень... Но она не такая, как Барте, она будет более динамичная. И в целом, финал, конечно, другой, и она видоизменилась, спойлерить, как сейчас говорится. Мы не палим, да. Нет, это совершенно не палится, к тому, что она существенно видоизменилась, это дауншифтинг будет по мотивам. Вот, я говорю все время Роме, что мы пишем, мы не вдвоем пишем, а втроем пишем, с нами Леонид Андреев. Есть такое мнение, что если ты написал одну книгу и сдал ее, то нужно срочно писать другую, иначе тебя забудут, либо ты навсегда останешься автором одной книги. Вот у режиссеров есть такое, да, что если ты снял кино, нормально, успешно пошло, то нужно быстренько давать второе на гора. Об этом все говорят, да, об этом все мне, Вика. Давай, быстро сдавай, давай. Не провисай, да? Нельзя, не вздумай. Но на самом деле я и не могу, как бы мне очень самой тяжело, когда ты не делаешь, потому что ты как колодец. Какой-то период времени я была, после Бортов уже был какой-то период времени, да, вот на понимание, что мы с дауншифтингом год назад начали работать, и он у нас не получался, мы отходили от него, он нам не давался. И как-то не складывалось. А потом в какой-то момент нужно было срочно там дедлайн. Мне сказали, Вика, у тебя что-то есть, нужно подать, не хочешь подать. Вот это. И я сажусь, пишу синопсис. За 2 дня я просто пишу. Из меня выскакивает синопсис, и я понимаю, вот это оно. И я Роме говорю, это оно. Да, точно, мы нашли. И все, мы уже сели работать. И в целом уже как бы у нас есть first draft, это первый черновой вариант сценария. Вот. И он как-то раз и выскочил. Он так долго нам не давался, мы долго ломали об него зубы, что сейчас... А потом он как-то вот в единочасье. И это очень круто, потому что невозможно, когда у тебя нету ничего, ты не в работе, или ты делаешь там то, что там должно тебе принести хоть какой-то доход, потому что тебе нужно дальше жить.
Вот. И это все ужасно дискомфортно, потому что, ну, это не, все не то. Не творчество, да, ты просто, ну, как на конвейере, да, ты конвейером занимаешься, это не то. Даже если ты там снимаешь, но это, ты не то снимаешь, что ты сам родил, потому что это твое, вот это твое, и ты хозяин, ты хозяин всего этого, и ты какой, ну, это невероятно круто, это, конечно, ну, кино — это совершенно другое. Ты бог, царь, ты хозяин, ты создатель, ты творец. Вы сейчас выглядите счастливым человеком, вот здесь и сейчас, вот прям. Да, вот да, прям. Я понимаю, что это временное состояние, то есть невозможно все время там чувствовать такое. Ну вот сейчас такой. Ну что я говорю о кино, да, об этом проекте я сейчас горю уже. Это большое счастье, конечно, да. Я чувствую себя счастливым человеком на площадке, это однозначно, ну, так и есть. Что нужно, чтобы в Украине было кино? Ну, нужно поддерживать, если государство будет дотировать, ну, во всем мире, в Европе дотируют. Британия, например, дотирует очень много фильмов из 80, если выстреливает 5 хороших, 5 удач, и это удача. Ну, дотируют все. Все это понимают, да, но ты не будешь иметь 5 хороших, если ты там, условно говоря, 75 не профинансируешь плохих, потому что это всегда лотерея, получится, не получится. Ну, как бы, но если ты не будешь делать, как мы вот с вами до эфира говорили о том, что если ты не добиваешься, то вероятность того, что получится, равна нулю, а если ты что-то делаешь, то у тебя есть 50 на 50, может получится, может не получится. Ну, да. Оно само не будет. Само собой, да, ну, если ничего, if you don't move, nothing moves, да, то есть ничего не двигается. Поэтому надо двигаться, надо что-то делать, и в кино, в принципе, если будут если будет поступление новой крови, есть молодые режиссеры, есть талантливые режиссеры, просто им нужно дать возможность, и пускай они это сделают, и когда ты им не устанавливаешь, как бы не заставляешь снимать то, что ты хочешь, а они приходят с чем-то, они могут предложить что-то намного более интересное, чем ты можешь даже ожидать, потому что люди такой неисчерпаемый колодец, и в целом это какой-то, ну, если там творец фонтанирует, то ты можешь только этим питаться, без конечно долго. И вот поэтому, если будут финансировать государство кинематограф, то значит будут появляться эти люди, будет новая кровь. Если не будет, ну как бы будет такое бесконечное движение этой воды, да, в природе, будут там реки, океаны, и это все будет разрастаться. А если нет, то это будет такой затухший фонтанчик внутри себя. В конце концов он, конечно, заплесневеет, там, или там у него вода застоится, зацветет, и в общем-то это как-то будет очень печаль большая, потому что ваша стихия – вода, огонь, земля. Вода. Вода. Я так и думала. Спасибо. Супер. Пусть все будет хорошо в истории и вашей личной, и в истории вашего фильма. Все-таки ребенок, хочется, чтобы он жил счастливо, здоровой жизнью, да. Пусть его видит зритель, на самом деле. Я думаю, что это действительно для родителя это самое главное. Да. Чтобы он пошел в жизнь и жил, и жил. И, ну, пусть живет долго, пусть потом на него ссылаются какие-нибудь великие критики через много-много лет. Потому что, ну, мне показалось, по крайней мере, что это действительно новое, хорошее, украинское, честное, живое и очень натуральное кино. Спасибо вам, Виктория. А я дякую нашим глядачам. Це був проект «Пані та панове». Сьогодні у нас була дуже цікава пані, я думаю, що ви встигли це зрозуміти. Будемо зустрічатися ще і ще, тому що я сподіваюся, що будуть нові фільми і нові візити. На все добре, до побачення.